Друзья, 14 сентября 2016 года. Буду вам показывать не просто белые. Так, это у нас ничего. О, тоже белые, кстати. Но этих я не заметил, поэтому я их не фоткал. Ну ладно, я сорву их для вас. Вот совсем маленькие, видите? Так, но не это главное, конечно. Корзина моя находится вообще уже так далеко. Я просто... как увидел, что вдалеке творится, друзья, я просто обалдел. Вон, видите, я вам сейчас покажу, вы офигеете. Вот белый. Вот белый. О, какой хороший. Дальше едем. Не пропустить бы ничего. Это маленький, совсем маленький. Мы его оставим на следующий раз. На пятницу, походу, уже. Вот белый. Ой, какой шиковый. Идем дальше. И, наконец-то, где я свою корзину оставил. Вот они. Ой, какие. Ой, какие. Посмотрите на это. Корзину захватим. Я просто увидел этих двух белых, а дальше все пошло как надо. Вот результат. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И, ну, можно еще походить, посмотреть с камерой. Вдруг я там все сорвал. Может быть, еще где что найду. Ну, вроде бы не вижу. Ёлки, это дело такое. В общем, ладно. Друзья, всем удачи и таких же полян грибных.